Здравствуйте, с вами канал Вкусноогород Барнаул. 8 июля, солнечное, жаркое утро, лето в разгаре. Мои многолетники продолжают расцветать и радуют всех своей красотой. И сейчас речь пойдет об одном очень интересном цветке, о невянике. Это можно считать, что родственник ромашки. Ну, конечно, невяник более крупный. Вот какие крупные цветы у невяника. Очень красивые. Белая, желтая сердцевинка. И вот видно, как красиво цветет невяник. У меня невяника 3 кустика. Когда его высаживал, рассадил в разные места, выращивал прямым посевом в грунт, и невяник никаких вопросов не задавал. Рос хорошо, не капризничал. И вот самый большой куст, вот как выглядит. Он высотой уже сантиметров, наверное, 70. И весь усыпан вот такими крупными, красивыми цветами. Очень эффектно выглядит невяник. Конечно, рядом и циния вот тут с ним смотрится очень хорошо. И розы, которые уцелели после очень холодной зимы, тоже очень красивые. Но невяник виден издалека и, на мой взгляд, самый эффектный на этой части цветника. Вот такой красавец невяник. Есть еще и третий кустик. Вот он. Возможно, потом рассажу еще невяник по огороду. Но действительно, он нравится всем, кто его увидит. И мне в том числе. Вот какой красивый. И крупный. И такое непередаваемое очарование от него исходит. Ну, ромашка и ромашка, только гораздо более крупная и эффектная. Ну, правда, должен заметить, что с невяником небольшое недоразумение. Дело в том, что вот этот невяник, он должен быть сорта, согласно купленным семенам, Crazy Daisy. Это махровый невяник. Но очевидно, что несоответствие здесь налицо. Он ничуть не напоминает то, что изображено на пакетике. Я ничуть этим не расстроен. Мне даже такой, наверное, больше нравится. Видимо, потому что он у меня растет. Очень красиво смотрится. Но жалко, что вот очередной пересорт. К сожалению, такое бывает все чаще и чаще. И вот как сейчас называть этот невяник? Я уже начал подумывать, что, может быть, те сорта, с которыми происходит пересорт, называть вкусный огород. Невяник, вкусный огород. Звучит, конечно. Но это тоже будет как-то нескромно, по меньшей мере. Вот как его называть? Неизвестно, какой невяник. Тоже нехорошо. Люди спрашивают, а что за сорт? И так далее. И вот не знаю, что тут сказать. Очевидно, что это не Crazy Daisy, уж точно. Но, как бы то ни было, невяником я очень доволен. Очень красивый. Растет хорошо. Перезимовал отлично. Возможно, еще куда-то на участок отсажу его. Он очень хорошо смотрится в сочетании с самыми разными цветами. А может, и главную функцию выполнять на цветнике. Вот какой у него мощный, красивый куст. Смотрится очень декоративно. И в период цветения, да даже когда еще и не цвел, кустик тоже очень симпатичный. Замечательное растение невяник. Так что большое ему спасибо. Пусть цветет, радует нас и дальше. Ну а какой сорт, я не знаю, никакой. Сорт вкусный огород. В конце пожелаю всем тоже выращивать цветы. Они очень украшают наши участки и приносят немало радости. Всем всего самого доброго. До свидания.